все готово к стартовому брасыванию. Готовы и мы. Поехали! И это стартовое брасывание остается за сборной республики из Башкортостана. И давайте, собственно, перейдем сейчас к составам участников. Отмечу также очень красивую форму. На этот турнир привезли команды. И первая опасная атака. Выход 2-0. Бросок и гол 1-0. Нам не дают сказать о девушках. Сразу с протокольной части мы сразу говорим об игровом характере. Прекрасная атака. Несколько секунд потребовалось. Башкортостан любят они атаковать. Такая, знаете, шведская даже модель хоккея, когда защитник идет в атаку и становится четвертым нападающим. Ну а тут шайба прилетает в шлем Евы Губаревой, и поэтому вынужденная остановка. Ева приходит в себя. Лучникову нам показывают. Вдвоем там петербурженки съели свою оппонентку. А это уже великолепная Александра Столярова. Здесь не самая удачная передача в средней зоне, но здорово на коротке. И Пономарева с неудобного хвата разозлилась Ксения. Ведь уже Беворотове вступает в активную борьбу. И тут, посмотрите, такое ощущение, как будто в большинстве играют. И 2-0. Айда, республика Башкортостан. Алга Башкирия скажет «но». Но красота так красота. И бессильна была Ева Губарева. Камила Галиханова. Галиханова, как вы понимаете, когда ей не мешает, творит настоящую эстетику. Еще одно смещение. Поперечная передача. Бросок, с которым на сей раз Ева Губарева справляется. Только нам стоило похвалить девушек из Санкт-Петербурга. Пономарева бросала, Коншина бросала, но при этом смогла угрозу нанести. Выход 2 в 1. Выход 2 в 1. Пономарева, добивание! Но Пономарева теперь отрабатывает в обороне вместе с остальными, потому что снова позиционный контроль и опасный бросок. Он снова доходит до нужного результата. 3-0. Защитники сборной Республики Башкортостан сегодня лучше нападающих на текущую минуту и секунду. Передала эту формулу бросков Ангелине Махмутовой, и та, в свою очередь, забрасывает. Вбрасывание на сей раз удается выиграть. Дальше на синюю. И перевод направо. Мощный щелчок. Как они щелкают. Они не щелкают возможностями. Поменяли ее на точке. Сейчас дали ей другую задачу. Вы смотрите на пятачке, как активно Тюрина действует. Ксения Тюрина оказалась в нужном месте в нужное время. Мне очень грустно за Еву Губареву. Она сражается, она борется, она пытается. Но что ты будешь делать, когда 3 из 4 шайб забрасываются по одному сценарию? Быть гроссмейстером найду у девушек из Санкт-Петербурга. Выход на пятак опаснейший. И очень здорово действует Ева Губарева. Не испугалась и не позволила вот этой очень очаровательной и тот же момент крайне опасной девушке Лучниковой. Мы с вами подобрались к заключительным секундам этого периода. 4 Башкортостан, Санкт-Петербург пока 0, но вот он бросок. И еще одна попытка себя добивать. И гол! Гол! Санкт-Петербург! Северная столица. Здесь северная столица передает голевой привет. Приемник настроен, голевые возможности теперь начинают реализовываться. И отмечаем с вами в очередной раз, Анна Пругова не смогла намертво эту шайбу забрать. Не нужна красота, важен результат. И 1-4 более лучшим настроением команда из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургская героиня, которая забросила одну шайбу и немного подиспортила настроение болельщиков из Башкирии. Мы же с вами продолжаем. 4-1. Такой пока промежуточный счет. Для девушек выбило золотых джерси. Переход в атаку. Теперь ситуация 3 в 2. Можно разыграть. Роскошная передача. Бросай! И она бросает. Она бросает. Ксения Пономарева. Сколько бросков в этой игре уже завершила. Говоря о тренерском штабе сборной Республики Башкортостан, мы должны отметить старшего тренера Валерия Давлетшина, который большую часть своего времени посвящал девушкам и посвящает в этом феврале.
попутно вступает на силовую борьбу в углу площадки. Пономарёву, Пономарёву! Бросать пора уже! И еще один момент. Там щитками пробует эту шайбу закрыть всеми возможными и невозможными способами. Анна Пругова и с этой задачей она справляется. Обратно на оборону. Махмутова. Махмутова и остальные. Бросок следует. Хороший причем, но на сей раз Кубарева видела момент броска и смогла среагировать на происходящее. Болельщики из Челябинска поддерживают и Санкт-Петербург, и сборную Республики Башкортостан. Еще один классный бросок. Один бросок краше другого. Тут же появилась пятая хоккеистка Санкт-Петербурга на лед. И она бежит, она свежая. Алсу Рахимова, выход 1-0. Алсу! Протяжная У не помогает ей забросить шайбу. Алсу Рахимова третью возможность уже упускает в этой встрече. Один такой пограничный эпизод. Мощный силовой прием, потеряла ворота. И ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не на кого было отдавать передачу. По итогу утильную шайбу отобрали. А тут гол! Она качает головой. Она недовольна собой. Но, Ксюш, порадуй ты себя сама. Ксюш, да улыбнись ты нам. Ну вот она, улыбка Тюриной. Ксения Тюрина, мы с вами вспоминали легенду номер 17. Дальше вдоль борта шайбу отправляет на Белоглазову. Та цепляется, против нее сразу двое соперниц выступают. Коншина с разворота бросает. И на такой ноте мы с вами уходим на перерыв. А Санкт-Петербург не смог сократить отставание. Более того, сборная Республики Башкортостан вернула себе преимущество в 4 шайбы. Наша игра продолжилась. 5-1. Такой пока промежуточный счет. Отставание в 4 шайбы у Санкт-Петербурга. Единственная команда с окончанием области, а именно московская, сыграет в свою очередь с Красноярским краем. В Красноярском крае играют даже знакомые нам и нашим коллегам лиц уже за эту спартакиаду. Нанеслось, а тут клюшка как улетела. И причем такие эмоции были, как будто взятие ворот состоялось. Но нет, а ты трехходовочка, четырехходовочка, пятиходовочка. И шестой шаг вот в этой ноте. Полина ищет свои шансы, хочет найти ключик к воротам. Губаревой классная короткая передача. И бросок уже выполнялся с упора. Но Ева Губарева выступает здесь в роли шлагбаума и не дает шайбе припарковаться во внутренней сетке ворот. Александрова. Хорошее оставление на Пушкарь. Пушкарь глубину и Цацина! Цацина! Капитан Санкт-Петербурга! Вот и Ирина в деле. 5-2. Ну что ж. Пушкарь, Цацина и болельщики, которые здесь на трибунах, довольны. Контроль в исполнении Лучникова. Лучникова сегодня не забрасывала, и Лучникова хочет и дальше бросать, и угрожает Губаревой. Ева-то как улыбается. Только Свиридова не успела поменяться, и теперь обновленная пятерка у Башкортостана режет угол. Печникова! Ух, дай Печникова! Потому что победа сборной Республики Башкортостана уже не уйдет от них. Башкирия ликует, Башкирия празднует. Сегодня Уфа и многие другие города могут гордиться своими девушками. Они сыграют в золотом финале. Завтра этот матч начнется в 15:00 и по 17:00 по челябинскому времени. Мы говорим команде Санкт-Петербург спасибо за борьбу. Эти девушки примут участие завтра в матче за третье место.